Вброс. Экипаж одевает защитные очки. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 40 и последующие свечения, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до... Пылевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. Увеличиваясь в размерах, облако медленно поднималось вверх. В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров. Взрыв выглядел из города Курчатова, центра Семипалатинского полигона. Ослепительная вспышка и ударная волна сотрясли город. В домах вылетели все стекла. Это кадры из фильма, который был снят специально для показа руководству страны. Текст, естественно, читал Левитан. Вернемся в городок полигона. Сейчас и сюда подойдет ударная волна. Вы видите группу людей, стоящих на дороге? Находясь далеко от места взрыва, они чувствуют себя спокойно. Но за это благодушие им придется поплатиться.